Здравствуйте, сегодня у нас нож Корсар, и Корсар не обычный, а с гравировкой. Выглядит гравировка лазера именно вот так. Это не фактура, хотя на ощупь немножко прощупывается, но не двойное отравление, скажем. Так, заказала гравировку девушка с надписью N.U и, насколько мне позволяет, Dragon Tama, да? Ну, извиняюсь, если неправильно произношу. Ну, так получается, Корсар – укротитель драконов. Вот. Если заказчица видит это видео, заранее вам благодарность за ваш эксклюзив и нестандартный подход. Надеюсь, подарок удастся. Ну, еще раз покажем, как выглядит гравировка.